Родить, не отходя от кассы, удалось жительнице Омской области. Инцидент произошел в одном из супермаркетов. По словам соседей по очереди, женщина даже не просила о помощи, только тихо сообщила, что процесс пошел. Сотрудники магазина тут же позвонили в скорую, однако торопливый малыш появился на свет еще до приезда врачей. Мальчик здоров, зовут его Иваном, в семье он уже шестой.